Уважаемые пользователи и подписчики, продолжаем изготавливать журнальный столик, а именно три нижние опорные ножки, и соединим с помощью вот такой вот круглой опорной детали. Для этого мы уже подготовили склейку, отшлифовали, разметили окружность, и с помощью лобзика электрического будем ее выпиливать. Вставляем пилочку. Чем хорош данный лобзик? Вот этим зажимом не нужно закручивать винты ключом. Достаточно оттянуть скобу и захлопнуть ее. Кто-то очень замечательно придумал. Пилочка стоит, называется чистый рез. Подача убрана. И начинаем работать по окружности. Можно было, конечно, использовать приспособление из комплекта. Но без него как-то мне удобнее даже. Пилим. Ставим. Поскольку порода называется лиственница, поэтому пиление идет довольно более с большим сопротивлением, чем была просто сосна. Но лиственницы крепче. Поскольку этот опорный пятак будет принимать большую нагрузку всего стола, поэтому его я рекомендую сделать из лиственницы, не из сосны. Остается еще немного. Оставшиеся неровности, которые после лобзика будут, мы их обработаем ленточной шлифмашиной. Затем будет фрезерование. Но это мы покажем в следующих видео.
Как видим, лобзик режет довольно чисто, пилочка оправдывает свое название, рез действительно чистый, но все равно какие-то погрешности остались, они сошлифуются ленточной шлифмашиной. На этом наше видео пока мы заканчиваем.